презентация будет интересна компаниям, ищущим пути снижения затрат на собственные программы лояльности. Анкеты с персональными данными покупателей обычно содержат 15-20 полей. Вы платите компании, обрабатывающей анкеты ваших покупателей, за извлечение всех полей. При этом ваше маркетинговое подразделение использует в лучшем случае треть извлеченных данных. Как не переплачивать деньги? Ведь хранение бумажных анкет тоже представляет проблему. Обрабатывать анкеты в ручном режиме крайне неэффективно. Завышенные расходы на извлечение данных, заниженная отдача программ лояльности. Существуют ли пути экономии? Да, существуют. Это решение электронный архив анкеты. Как сэкономить с помощью электронного архива анкеты? Крайне просто. Мы устанавливаем в вашей компании электронный архив. Вы поручаете нам обработку анкет с персональными данными покупателей. И вы начинаете экономить от 40 до 50% на обработке каждой анкеты с первого дня внедрения электронного архива. Рецепт экономии прост. Мы извлекаем из анкет только те поля, которые нужны в работе вашим маркетинговым подразделениям. Сами анкеты сканируются, и отсканированные изображения анкет сохраняются в вашем электронном архиве анкета. Бумажные анкеты уничтожаются. Электронный архив анкеты – это современное программное решение, позволяющее хранить десятки миллионов отсканированных анкет в великолепном качестве. Использование самых передовых программных технологий гарантирует полную сохранность персональных данных. Обработка анкет осуществляется в несколько этапов. Мы доставляем анкеты в наш центр обработки, сканируем их, распознаем. Наши верификаторы проверяют правильность распознавания анкет и при необходимости исправляют ошибки. Мы передаем скан образа анкет и распознанные данные нашим клиентам для загрузки в электронный архив анкета. В случае необходимости у вас всегда под рукой находится скан образа анкет. Затраты на внедрение электронного архива окупаются в течение 1-2 месяцев. Решение полностью соответствует всем требованиям Федерального закона Российской Федерации номер 152 о персональных данных. Воспользуйтесь нашим экспресс-калькулятором и оцените эффективность предлагаемого решения. Можем ли мы распознавать все поля анкет? Да, разумеется. Этому посвящена презентация номер 1. Если мы хотим обрабатывать анкеты с помощью специального программного обеспечения, их дизайн должен соответствовать определенным требованиям. В рамках проекта распознавания персональных данных мы выполним редизайн ваших анкет бесплатно. Компания TET-Архив – современная информационно-технологическая компания. Мы работаем с персональными данными, мы создаем электронные архивы и предоставляем весь спектр классических архивных услуг. Позвоните нам, и мы проведем в вашем офисе подробную презентацию наших решений. Спасибо за внимание.